В правительстве республики обсудили ход реализации национальных проектов. Расширенное заседание проектного комитета провел первый вице-премьер регионального Кабмина Андрей Назаров. С докладом выступили кураторы и руководители региональных направлений. Они проинформировали участников комитета о реализации в республике нацпроектов по демографии, образованию, здравоохранению, культуре, поддержке предпринимательства и производительности труда. В частности, прозвучали последние данные по кассовому исполнению бюджетных средств, контрактной системы и уровню готовности объектов капитального строительства. Меньше месяца до завершения первого года реализации национальных проектов. На сегодняшнем заседании проектного комитета мы рассмотрим ход реализации нацпроектов на территории республики за 11 месяцев, а также проведем предварительную оценку достижения ключевых целевых показателей, рассмотрим вопрос освоения средств федерального бюджета, направленных в наш регион на реализацию майского указа. По итогам совещания Андрей Назаров дал поручения, среди которых своевременная сдача строительных объектов и обеспечение подписания необходимых соглашений на 2020 год.